Знакомьтесь, скажи. Это собака к нам приехала. Она очень худая, я фотки выставлю с улицы ее. Помните одежку? Мотиковая одежка ей. Блин, мотик такой мелкий был. Мотик просто телосложение у него другое. Но тут есть куда как бы садиться еще. А это кусен с ней, кусен. Куся. Так, а ну-ка, стой. Покажи свой шовчик. Что за пятнышко красное? Сейчас я тебе этим аргосульфаном намазу. Волшебным носом мазем. Я кусика уже на руки беру. Да, и вот такая вот девочка. Бегала, и вся исхудавшая, отощавшая. Такая скромная, вот такая. Скажи, мне дом нужен, да? Кушай консервы, ешь. Вот, завели туда, где малыши ночуют пока. Сейчас ее. Вот. Так что, пока здесь. Кушай, кушай. Агрессии нет никакой, ни к животным, ни к людям. Очень скромная девчушечка такая, молодечек. Очень трусится, боится. Вот. Да, Кусь? Кусь-кусь. Вот, они пока с Кусиком тут, а Напка с детьми там, на улице. На ночь их отведем туда, где Кусик, а Напку с детьми сюда вернем. Они ночуют тут. Ну, вон, дорывают потихонечку тут одеялку. Караулят перепелок. Собаки, ты что, ты мой зайчик? Не демоголозый сегодня гулял, он так молодец, спасибо. Всеми ногами своими гулял, он гулял всеми ногами. Стриженный ты мой. Ты кушать не хочешь? Ты девочке уступил, да? Ешь, моя зайка, ешь, не бойся. Ну, такие дела. Ешь, ешь. Консерва вкусная, да. Чемпион называется консерва. Девочки нам присылали консерву. Ты такая хорошая девочка. Девчушка. Ты девочка? Ты, бля, классная такая. Ой, холосая такая, да. И что это за красота? Ну-ка. Посмотри на меня. Ой, она пославится прям такими делами. Выкидывать породных животных, которые быстренько погибают, если никто на помощь не пришел. Красотка! 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 Такая красотка! Такая красотка ты! Ты красоточка, да! Да, красотка такая! Вот эта молодочка такая красивая! Да!